Исполняющий обязанности главы города Иван Носков провел ознакомительную поездку по городу, пообщался с жителями, побывал на трех объектах, где сейчас ведет работу компания «Т-плюс». Первоочередная задача – подготовка к зимнему периоду. На этой неделе Иван Носков будет проверять районные парки снегоуборочной техники. Дмитрий Яковлев назначен на должность помощника губернатора по вопросам развития профессионального спорта и созданию объектов спортивной инфраструктуры. Об этом стало известно на оперативном совещании в правительстве Самарской области. Максим Ковалев назначен на должность в РИО вице-губернатора, руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции. Из Самары отправили очередной гуманитарный груз в зону СВО. Военнослужащие получат автомобили УАЗ, мотоциклы, квадроциклы, дроны, тепловизоры, станции РЭП и многое другое. Учебное заведение и социальные учреждения города собрали посылки, большую часть которых сделали собственными руками. 72% самарцев уже решили, как проведут свой отпуск в следующем году. Каждый второй хочет отдохнуть летом, каждый десятый – весной, 7% – осенью, 5% – зимой. 11% респондентов не определились с датой отпуска и будут ждать графика, который составит отдел кадров. Православные верующие сегодня отмечают Покров Пресвятой Богородицы. Утром в Покровском кафедральном соборе Самары прошли две божественные литургии, а вечернее богослужение начнется в 17:00. В народном календаре этот день связан с окончанием полевых работ и знаменует собой приход зимы. Ведьмы и колдуньи в храмах, стоит ли их бояться? Когда живому заказывают службу за упокой или когда на могиле родственника находят нож, как на это реагировать? Ответы на актуальные вопросы прихожан дает батюшка Максим Портнов в эксклюзивном сетевом проекте «Отец ответит» телеканала «Самара-Инкис». Полузащитник крыльев Советов Игорь Дмитриев сыграл во втором товарищеском матче за молодежную сборную России против юношеской команды Китая. Игра завершилась победой российского коллектива со счетом 1-0.